Так, вот наша троица. 17 июля 2020 год. Харьков. 3.17 по Киеву. 17 июля, 3.17 по Киеву. В кадре серп Луны вверху, серп Венеры слева внизу. И справа, надеюсь, видно на мониторе Альдебаран. Облака нам сильно все портят. Хотел вас поснимать комету 3 часа назад, а не 4 часа, уже час здесь торчу. Я снимал, но тоже мало успешно. Так, ну что, начнем. Ну, тогда хоть можно было что-то увидеть. Сейчас так, серп Венеры. Да, через облака это все смотрится, конечно. Сияюще. У погоды свои планы. Ну куда ж ты прячешься от меня? Да, даже парада планет не получится, потому как Юпитер с Сатурном. Хотя на небосводе еще и видны, по идее, но за таким одеялом туч, что никаких шансов. Уже и Альдебаран прячется совсем. Давай на тебя наведусь, пока тебя вообще облака не скрыли. И ветерочек поднимается. Ну, ко всем нашим радостям, да. В общем, поехала я, ребята, на работу. Дело не буде. Альдебаран. И луна уже. Совсем-совсем. Заоблачно. Со своих заоблачных высот скрывается за облаками. Скрытая за облаками. Наблюдает за
восходом солнца. Ладно, не буду я издеваться. Ярче луны получается, но облака меньше сейчас закрываю. Ужас, какая дымка. Ладушки. А Марс еще есть. Ну давай, для проформы. Отметим Марс. Тоже облачка скрывают, но не так плотно. Юпитер с Сатурном. Куда ты делся? Марсианин, Марс и есть. Все, ничего не трогаю, но дует ветер уже ощутимый. Боюсь, лучше не будет. Ладно, будем ждать. С моря погода. Там наша комета. Во что тоже придется поверить на слово. Будем ждать у моря погоды. Милости от природы. 17 июля 2020 год, Харьков. Парад планет еще долго будет продолжаться. И комета тоже еще какое-то время повисит. Будем надеяться на то, что перестанет погода нам благопрепятствовать.